пятницу, 25 сентября, в Доме Единства прошло мероприятие, во время которого руководство Дома поблагодарило всех участников и организаторов первого фестиваля стритфуд в Даугавпилсе. Идея организовать в нашем городе фестиваль стритфуд или уличной еды витала в воздухе уже несколько лет, но воплощена была только этой осенью. Мероприятие, во время которого можно было познакомиться и насладиться предложением местных кафе и ресторанов, стало прекрасным дополнением традиционного праздника улицы Ригас. Инициатор его проведения, председатель Думы Игорь Прилатов, поблагодарил всех участников и организаторов за приложенные усилия и качественную работу, в результате которой в городе состоялся настоящий праздник. Он выразил надежду, что проведение фестиваля станет доброй традицией, и год от года он будет все масштабнее и ярче. К организации было привлечено 33 учреждения, структуры и предприятия. Представители сферы общественного питания, хозяйственные службы, туристический информационный центр, управление культуры и многие другие. Слова благодарности в их адрес прозвучали и от заместителя председателя Думы Ливии Янковской. Это был наш первый такой шаг в сфере вот подготовки таких мероприятий, но этот блин удался не комом, а он был прекрасным. Я очень благодарна нашим рестораторам, нашим предпринимателям за то, что они поверили, на то, что отозвались на предложение Думы организовать такой фестиваль. Да, у Думы могут быть идеи. У нас есть и люди, которые готовы административно и технически все подготовить, но без представителей наших ресторанов, кафе и других предприятий мы, конечно же, это не могли бы организовать. Это был и день праздника улицы Риги, и фестиваль еврейской культуры тоже был организован прекрасно у нас в городе. Но, тем не менее, и стритфуд нашел свое место, и я уверена, что наши горожане этот праздник приняли, и что мы его будем уже включать в постоянную программу мероприятий нашего города. Руководители кафе и ресторанов также выразили готовность участвовать в следующих фестивалях стритфуд, предлагая посетителям интересные блюда и кулинарные шоу. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.